12 глава Бытия. Read for LibriVox.org. Первые книги Моисеевы и Бытия. Глава 12. И рече Господь Аврааму: «Изыди от земли твоей и от рода твоего, и от дома отца твоего, и иди в землю, юже ти покажу. И сотворю тебе язык велий, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословен. И благословлю благословящие тебя, и клянущие те прокляну, и благословят се от тебе вся племена земная». И иде Авраам, як уже глагола ему Господь, и идяше с ним Лот. Авраам же бе лет 75, когда изыде от земли Харан. И поят Авраам Сару, жену свою, и Лота сына брата своего, и вся имение своя, элика стяжаше, и всякую душу юже стяжаше в Харане, и изыдоше пойти в землю Ханааню. И пройде Авраам землю в долготу ея даже до места Сихем, до дуба Високого. Хананеи же тогда живяха на земли той. И яви се Господ Аврааму и рече ему: «Семени твоему дам землю сию». И созда там Авраам жертвенник Господу являщему се ему. И отступи оттуда в гору на восток лицем прямо Ветилю, и постави там кущу свою в Ветили при мори, и еге к востокум. И созда таму жертвенник Господу, и призва во имя Господа явлеше се ему. И воздвиже се Авраам и шедо получи се в пустыни, и бъст глад на земли. И сниде Авраам во Египет вселите се таму, яко одоле глад на земли. Бъст же, егда приближи се Авраам в нити во Египет, рече Авраам Саре жене своей: «Вем аз, яко жена доброличная си. Буде тубо, егда увидят те египтяни, рекут, яко жена егоя сия. И убиют ме тебе же снабдят. Ръце убо, яко сестра ему есъм, да добро мне будет тебе ради, и будет жива душа моя тебе ради». Бъйст же, егда вниде Авраам во Египет, видевше египтяни жену его, яко добра бяше зело, и видеше ю князи фараони, и похвалише ю пред фараоном, и введоше ю в дом фараонов. И Аврааму добре бяше я ради, и бъйше ему овци, и тельци, и услы, и рабы, и рабыни, и мски, и вельблюды. И мучи Господ казанми великими и лютыми фараона и дом его, Сарой ради жены Аврамли. Призвав же фараона Аврама, рече ему: «Что сие сотворил си мне, яко не поведал ми си, яко жена твоя есть, с кою рекла си, яко сестра ми есть, и пояхю себе в жену? И ней не се жена твоя пред тобою, поеми отиди». И заповеда фараон мужем о Аврааме проводить его и жену его, и вся елика бъйше его, и Лота с ним. Конец 12 главы Бытия. This recording is in the public domain.